28 июня. Только что был прилет в город Днепр. В этот, когда работала сирена воздушной тревоги, и я находился в этот момент в районе проспекта Мазепы. Был реактивный звук сначала. Пролетела ракета. И через минуту примерно, может меньше, секунд через 30 был слышен взрыв, и последующие за ним еще два. Пока место прилета не сообщается. По дороге, когда ехал домой, много ехало скорых полиции.